Друзья, накрыли мы, накрыли стол. У нас сегодня позы уже у всех сразу. Каждому положили в тарелку позы. Вот еще кто хочет добавку. Сейчас будем кушать. Так что приятного аппетита, встретимся за столом. Всем привет! Вы на канале 12 порций. Здравствуйте! Добрый вечер, можно сказать, друзья. Спасибо, что зашли к нам в гости. Приятного аппетита, кто будет кушать с нами. Спасибо. Да, сегодня такие. Ну, это у нас, можно сказать, праздничный. Еда праздничная, поза. То есть это такое, ну, не знаю, как выразиться. Ну, не каждодневная еда, и она нравится всем абсолютно, без исключения. От малышей до взрослых. Все любят позы, поэтому, или бузы по-бурятски, поэтому еда такая фирменная. Но делать их проще. Не могу говорить, у меня текут слюни. Делать их легче, делать их быстрее, чем пельмени. А что, много, большой кругляшочек, да? То есть, если пельменей много надо делать, то поза, одна поза заменяет 10 пельменей. Кушает их руками. И чай с молоком. В общем, назад в Бурятию вернулись. А по Бурятии. Да. Кушают их. Вот заходишь в поздную. Всегда стоит на столе майонез, соевый соус и еще иногда горчица. То есть с томатом. Или еще с чем-то. Они невкусные. Майонез, соевый соус. И горчица. Ну, у тебя вкуснее, чем там. Ну, у нас вкуснее. Нет, фарш у нас просто настоящий. Все равно уже в общественных местах немножечко хитрят. Но в Бурятии все-таки мясо в хорошем доступе. И позы все равно вкусные. В поздних позы вкусные. Забыл, как это поздно называлось. Все там кушали. Как вот ехать в Улан-Удэ к нам? Забыл я. Знаменитая там, все знают. Обнаружил всегда столько. Про это знают улан-удэнцы. Вот если ехать в сторону Селенгинска. В сторону Иркутска. В сторону Иркутска. Вот только иркутяне, кто ездил там. Вот от Улан-Удэ отъезжаешь сколько километров? 30-40. 30, наверное. Стоит поздная такая знаменитая. Там все кушают с левой стороны. За мостом. Когда? Я не помню, как она называется. Я тоже раньше знал. Там местные хвалят, говорят, вкусно готовят. Ну, там и правда вкусно готовят. Ну, мы, кстати, это по дороге брали, да, когда ехали из Бурятии? Тоже. Они очень вкусные. Да? Да. А, это мы пельмени. В Новосибирске там манты. Тоже фирменное блюдо. Новосибирск? Да. Часто прямо там манты. Слышал я постоянно. Кстати, ландыш, ты у нас спрашивала, были ли мы в Татарстане? В Татарстане не были. Были проездом. Останавливались, даже ночевали. Но на окраине. А в самом деле. О, вкусно. Такая тишина, сейчас все пока не наедятся. Я бы, конечно, сейчас еще, знаете, что сделала? Армянский хаш.
Ну только вот прям настоящий. Такой прям вкусный-вкусный. Вот именно желудок, где присутствует. Я сама не решала сделать. Подай нам салфеточку, пожалуйста. Эх. Не той системы. А что-то ага, стало застревать. Это она большая такая. Мисс, дядька, можно? А, наложи, пожалуйста, еще. Еще? Нормально. Нормально. Вот это было мокло. Я потом выпил, потом пытался конфетку. Еще вон дети на последней тарелке стоят. Я, короче, покушал. Короче, покушал? Хочешь пойти? Просто не... Всех хочу подождать. Всех подождешь? Можешь кофе тебе налить? Чай налить? Прости. Чай налить? Да. И мне. Почему кофе? Ну, я... Мама, не ставь туда воду. Неправильно сказала бы. Неправильно поставила мама, да? Ой, ну прости, пожалуйста. Валер, подай вот эту чашку. Просто чашку. Мне думается, что это я пью воду с кипятком. Да? А это что на самом деле? Это котлета и соль, сок и майонез смешать, это очень вкусно. Но только это не котлета, это козы. Котлета. Ну, имею в виду, когда... Да, я поняла. С позы мяса вытаскиваешь, получается котлета. Мама, когда ты не моешься, когда ты не моешь руки, нос не трет. Вот это, свинка. Да, если не мыть, то будет свинка. Я такой смотрел, что я возьму эти свинки. Делайте тоже позы. Это свинка. Тесто надо покруче делать, такое пожестче, как на пельмени, только такое покруче. Да, какая-то так будет свинка, а? Да не, у тебя хорошо получилось очень. Спасибо, Влад. Мама, скажи, вот настоящий дома не бывает. Да, мам? Угу. Мне сильно существует. Было сли? Очень вкусно, мама. Было вот здесь. Спасибо. Мне снилось, куда я вас там с сыном сдулись, потом отдулась, потом они выли. Ну, сегодня у нас блюдо просто такое, которое кушают руками. Поэтому все грязные сидим. Мама, дай мне, пожалуйста, чай. Мама, можно мне конкурс? Кого? Да. Конечно, а почему можно? Нужно. Это вы тут вилочками сидите? Позы вообще едят просто руками. Конечно, я не знаю, ты сама взяла вилочку, все руками кушают. И спрашиваешь, конечно. А можно мне еще позы? Пожалуйста, Владик, передай сюда прям. Угу. На середку поставь, пусть все набирают. А то она там стоит одна. Вот сюда, прям на эту тарелочку ставь. Конечно, доставай. Во. Ручкой бери. Вот. Ну это хорошо. У нас часто остается, а потом позы, их надо кушать сразу, потому что они потом невкусные, когда постоят. Особенно, когда они горячие. Да, их надо, вот когда они прям горячие кушать. Это пельмени можно хорошо в масле обвалять и покушать, когда уже подостыли. А вот позы нет, позы надо горячие. Поэтому, если они у нас остаются, потом жалко прям. Поэтому сегодня прям смотрю и наедаются уже все, я и хочу, позы разъедаются это, хорошо. Чтобы мама не за маму выпить. Спасибо, мама, большое. Я хочу за маму выпить. За маму выпить? И за папу. Я вообще вот услышала сейчас это, а ты обхохочешься. Да.
А что, детям всегда говорят, ложечку за маму, ну ложечку да, за ну маму. Ну да, он, кстати, ничего плохого не сказал. Да, молодец. Руки у тебя, конечно, сейчас пойдешь мыться. Да, с мамкой. Будешь отмачиваться сейчас в ванной. Да. До утра тебя замочится. А мама еще что-то? Конечно, пап. Третью разъела, мало, да. Ну-ка, положите еще одну снег. Все, снег не закончится. Ну хорошо, сытно, я прям так тоже. О, хорошо. Я наелся. Тоже я хорошо. Тоже. Накушались? Да. Правда, накушались. Ну, сытно, вот. Я тебе говорю, мам, вкусно. Спасибо, Владик, я верю, я знаю, что вкусно. Да. Мы сегодня были свидетелями приготовления этих вкусов. Сегодня мама показывала нам мастер-класс, как их готовить. Мы сегодня учились, как на самом деле по-бурятски, прям вот по-домашнему делать. Я все съела. А это хорошо, что все съели. Я не люблю, когда позы остаются. А вот где-то килограмма два фарша еще убрала. А если бы весь сделала, то все, они бы оставили. Они бы оставили. Колготки порвались, носок есть. Колготки, говорит, порвались, носок есть. Такой довольный такой вообще. Носок есть целый еще, да? О чем-то же думаете? О чем-то говорите? Да, колготки своя сильная. А вот здесь вкусно, да, доча? Я очень рад. Ну что, друзья, в принципе, мы уже наелись все. Да. Поэтому... Подписывайтесь на канал, не подписывайтесь на колокольчик. Да, да. Вот Ваня говорит, подписывайтесь на канал, да. Мы тоже говорим вам делайте большое спасибо, что, бурятский чай. Что подписываетесь на канал, что поддерживаете на других каналах нас. Мы под каждым видео сейчас стараемся ставить ссылочки, где нас можно найти на случай чего. Поэтому, если вдруг что-то случилось, это чего настало, будете знать, где нас найти. Но у нас есть еще один секрет. Буряты пьют без сахара чай, а мы пьем с молоком и с сахаром. Да. Люди, если с молоком чай, они пьют без сахара. А вы пьете ядрено-сладкий. Да мы всегда так пили, мам. Мы всегда так пили. Да. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. От нашей большой семьи. Хорошего вам всего. До свидания. До свидания.